В Ногайском районе количество заболевших коронавирусной инфекцией уменьшается. С августа проходят лечение 250 жителей района. Исполняющий обязанности главного врача Ногайской центральной районной поликлиники Артур Матакаев подробно рассказал вестям о том, какие меры предприняты по борьбе с ковидом. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На улицах поселка Эркиншахар немноголюдно, как в период самоизоляции, а связано это с ростом заболевания коронавирусной инфекцией. С августа в Ногайском районе зафиксировано 250 человек с диагнозом ковид. Исполняющий обязанности главного врача Ногайской центральной районной поликлиники Артур Матакаев отмечает, что все заболевшие проходят необходимое стационарное лечение и регулярно проводится тестирование. 250 человек у нас есть, но это уже с учетом выздоровевших. Здесь сейчас где-то получают 210-220 получают амбулаторное лечение. То бишь мы их лечим на дому. Также у нас дополнительно созданы бригады скорой медицинской помощи, бригады терапевтов. У нас терапевты обслуживают наших жителей круглосуточно. То бишь всегда на телефоне. Также Артур Матакаев отметил, что на сегодняшний день количество больных постепенно снижается. В основном заболевание проходило в легкой форме, и сейчас большинство пациентов идет на поправку. Охват обследования на новую коронавирусную инфекцию в принципе продолжается, но тенденция есть, что уже идемся на снижение. Когда раньше, грубо говоря, было там 20-25 человек, сейчас уже 6-7-8. И уже выздоровевших тоже становится больше. Потому что сейчас мы просто ждем вторых отрицательных результатов, и на этом мы уже снимем с учета. Работники поликлиники отмечают, что именно проведение большого количества тестов на коронавирусную инфекцию позволило вовремя выявить заболевших и оказать необходимую медицинскую помощь. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район.